Еще двоих жителей Донецкой Народной Республики доставили в Сургут для прохождения лечения и реабилитации. С 2014 года люди с хроническими заболеваниями испытывают чрезмерную физическую и психологическую нагрузку, которая приводит к ухудшению их здоровья. Валентина Шевелева, 75-летняя пенсионерка из Волновахского района, вынуждена была прятаться в подвалах во время обстрелов. Все это сказалось на суставах. Женщина практически потеряла способность ходить. О возможности пройти лечение в Югре узнала от волонтеров гуманитарного добровольческого корпуса. Вы не беспокойтесь. Вот я сопровождала одного человека. Ему очень хорошо. Там такие специалисты хорошие. Вот они за полгода сделали операцию на двух тазобедренных составах ему, суставах. Вот. И я успокоилась, и я с таким энтузиазмом села в автобус. Наши добровольцы привозят оттуда людей, которые не нуждаются здесь в лечении, в реабилитации. То есть мы их сопровождаем, получается, от места жительства там, и привозим сюда, в Сургут.